ситуация не из лучших. Надо сменить позицию и ударить их с двух сторон. Нужно торопиться, они сейчас установят бомбу. Как успехи? Не словил пулю? Не могу говорить, Николай, я занят. На карте DAS-2 моментально попадаешь в зону боевых действий. Никогда не знаешь, что сейчас будет. Не дает игроку отдышаться и вечно держит его в напряжении. Значит, ты хочешь еще раз попытаться выжить на этой карте? Да. Я помню, тебе осталось выжить последний раунд, но в конце убили. Да, было дело. Как обычно, у меня будет пистолет и гранаты. Все остальное я буду подбирать на поле боя. Это будет тяжелая бойня. Удачи. Здесь чисто. Они наступают. Нужно спешить к нашим. Отлично, бомба у нас. Сейчас они будут пытаться пройти через Зигу. Нужно не дать им это сделать. Если пройдут, то план А свободен. Блин, нужно пытаться держаться до последнего. Фу, один остался. Неплохо. Пистолетку взяли. Ладно, попытаемся сдавить их числом. Числом отменяется. Тут нужно действовать аккуратно. Он двоих снял. Так, ладно, мы в большинстве. Мне бы сейчас бы какую-нибудь пушку взять, а то с пистолетом как-то не ахти. Бомба тикает. Ладно, бизончик пойдет. Ясно. Последний слева где-то был. Успею или нет? Неплохо пока получается выживать. После того, как не удалось держать точку А, я решил отступить, чтобы не убили. А то выживание закончится очень быстро. Вот блин, бомбу установили. Ситуация не в нашу пользу. Как успехи? Не словил пулю? Не могу говорить, Николай, я занят. Блин, что делать? Ждать своего, либо идти одному? Ладно, попытаемся. Отличный минус. Так, неплохо, неплохо. Опа, минус 2. Отлично, я должен успеть. Успею я или нет? Успел. Придя на секунду позже, был бы капец.
Следующие раунды команда противников ничего не смогла сделать. Мы их давили. Выживать пока получается, но самое главное не расслабляться. И ведь мельчайшая ошибка будет стоить жизни. Меня эта ситуация напоминает прошлое выживание. Как все плохо. Походу все это конец, Не получилось мне в живых остаться. Где нас зажали и убили. Надеюсь, что такое не случится. Плохи наши дела. Точку А отдали. Если начнут зажимать, то нам конец. Так, ладно, высовываться не буду. А если высунусь и совершу ошибку, то мне капец. Так что пока буду тут. Слышу, бомбу устанавливает. Еще живой? Да, живой. Как обстоят дела? Плохо. Убивает нас поодиночке. Такими темпами останусь один. Бомба тикает, а мы никак не можем выбить эту точку. Давай, держись. Вот и остался один. Сейчас главное не ошибиться, а то моя ошибка будет стоить жизни. Повезло, он промахнулся. Все-таки удача на моей стороне. Ну что, остался последний. Мы его зажали, ему некуда идти. Все, Николай, я закончил. Отличная работа. Теперь можно и отдохнуть.